сегодня рассмотрим новый триммер Wall, деталер беспроводной. Посмотрим за эти деньги, что можно на сегодняшний день приобрести и чем он отличается от проводного. Давайте мы его распакуем, посмотрим, что входит в комплектации. Открывайся. В комплекте у нас входит машинка, мы чуть позже поговорим про него. В комплекте входит шнур для зарядки, до 3 метров длина составляет. Щетка для фейда называется, если я прав, поправьте, напишите в комментарии, прав или нет. Три насадки, вот таким образом они выглядят, 1,5, 3 и 4,5. Масло и щетка. И расческа. Кстати, иногда в комплектации расческа не, сам производитель не ложит, не могу понять почему. И док-станция. Вот таким образом оно выглядит. Оно такое довольно тяжелое, и это очень хорошо, потому что оно фиксируется на поверхности, видите? А также есть прорезиненные части, благодаря этому оно фиксируется. В задней части еще добавили новшество, что, видите, задняя часть еще регулируется. То есть, когда вы поставили, зафиксировали, вот шнур подключили, вот сейчас я его подключу, и можете регулировать сам шнур, то, с какой стороны вам надо. Это очень удобно, кстати, молодцы, подумали насчет этого. Так, и что у нас еще есть? У нас еще есть сопроводительная документация. Обязательно прочитайте при покупке, там очень много интересного написано. Так, давайте мы это все уберем. Ставим зарядку, машинку. И вот так. Так, у машинки артикул составляет 08171-016. Если вы нашли дешевле эту машинку, скидывайте ссылку, мы сделаем еще дешевле. На сегодняшний день машинка стоит 3800. Ссылка будет под видео, где можно приобрести. Давайте поговорим про машинку. У машинки роторный мотор. Вес составляет 190 грамм. 3 ватт мощности. Это довольно много. Аккумулятор литий-ионный. Видите, даже у вас на поверхности светится, показываешь литий-ионный аккумулятор. Без химической памяти, 100 минут работает, 60 минут он заряжается. Самое главное, которое мне нравится, что машинка идет комбинированно. То есть, когда он разрядится, вы можете подключить, либо он, подключит, он будет заряжаться, и вы можете одновременно работать. Это очень хорошо. Когда LED-лампочка мигает, это означает, что батарея не полностью заряжена. Потом, ножевой блок, ширина составляет 38 мм, вы на корпусе вот можете видеть, это рабочая поверхность 38 мм составляет. А то многие не понимают, откуда докуда 38 мм. Нелегкосъемный ножевой блок, он не снимается, вы должны два болта открутить. А также ножевой блок можно выставить под 0, но я это не советую, потому что оно будет кожу очень сильно цеплять. А также кожа, когда есть какие-то прыщи или что-нибудь, оно очень сильно будет цепляться. Если вы хотите приобрести ножевой блок, артикул составляет 0,215. Я на экране выведу, сколько оно стоит. Так, чем они отличаются? Вот старый деталер. Давай я его так поснимаю. Да. И новый деталер. Угу. Ну, это, во-первых, кнопка изменилась. Затем да. Длина, ширина. Ножевой блок у них одинаковый, один в один. Да, 38 мм. Все один в один. Все можно перенастроить, настроить. Под ноль можно настроить. Да, да, блок. Да, да. Только аккуратней. Да. По корпусу расскажи, пожалуйста, что в руке какой лежит лучше и честно по утонченности сказать, вот и эргономике. Новый, конечно, он приятнее лежит в руке. Этот как-то коротыш. Ага. Провод вечно путается, провод очень жесткий. Да. И в работе он вечно мешает. Ну, тут, конечно, нету провода, это большой, огромнейший плюс. Плюс тут еще есть вот такие вот рифленые части, для, чтобы хорошо лежало в руке, фиксированное было, зафиксированное. Вообще шикарно лежит по сравнению с вот этим. Если какие-то вопросы у вас будут, задавайте, я вам с удовольствием отвечу. Ну а также я советую лучше в большинстве случаев заряжать на док-станции, чтобы не повредился, когда, потому что часто вы будете включать и выключать машинку. Ну, чтобы не повредилось именно вот это гнездо. Лучше вы бросили на, или положили, лучше сказать, на док-станции, он начал заряжаться, и все. Как зарядился, вы взяли и дальше можете продолжить. Так что все, вроде я вам все рассказал. Кстати, давайте я одену насадки, как одевается. Вот так, очень легко одевается. Вы первую часть ножевой блок заходит, а задняя часть зашелкивается. Вот даже есть посадочное место.
Вроде все. На машинку идет год гарантии, обслуживание после года. Главное не выкидывать гарантийный талон. Все, ставьте лайки, подписывайтесь, а также заходите в Инстаграм, там очень много интересного. Всем спасибо, всем до свидания. Да. Пожалуйста. Вот, а можешь еще раз так пройти?